я сниму маску. Да уже это сделаем и забудем об этом. Черт. О, господи, Бада, мы сейчас с вами вместе увидим настоящую лицо Вероники. Что творим, бро, меня зовут Царь Геонис, и просто сразу же. Бери подписаться на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь перед этими Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, про тебя еще нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Запусти эту банду на Ютубе. Эй, бро, там сегодня со мной видео снимает Настя. Привет. И Суприм Банда, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео. Все потому, что сегодня я уже наконец-то сниму маску с Вероники, с той самой моей девушки из Даркнета. Если вы помните, банда, то еще прошлым летом я выкупил Веронику из Даркнета. И с того времени она буквально постоянно в этой маске. Та огромная черная маска, которая закрывает половину ее лица. Именно из-за этого, банда, мы не можем разглядеть ее лицо. Вероника говорит, что ей в Даркнете приказали носить эту маску. Если мы даже посмотрим на маску, то там написано Даркнет, а также номер Вероники, под которым она находится в Даркнете. Ее номер, банда, это 69. Но, банда, мне кажется, что эта маска Вероники не просто так. И никто ее в Даркнете не говорил ее носить. Мне кажется, что у Вероники что-то не так с лицом. Или же, возможно, она чем-то больна. И так она прикрывается этой маской, чтобы никого не заразить. Но, банда, сегодня я уже хочу снять эту маску с Вероники. И наконец-то увидеть ее настоящее лицо. Увидеть же, как выглядит моя девушка с Даркнета. Возможно, банда, она очень страшная. Или же очень красивая. Сегодня мы об этом узнаем. И банда, Настя, к сожалению, не сможет со мной сниматься видео. Потому что Вероника просто ненавидит Настю. Из-за того, что Настя моя настоящая девушка. А Вероника якобы девушка с Даркнета. Она просто готова убить Настю. Именно поэтому, когда Вероника уже будет ехать ко мне, Настя уже не будет со мной. Она где-то спрячется. И банда, это просто безумная идея снять маску с Вероники. Она все эти больше, чем полгода не снимала эту маску. Я уверен, там что-то интересное. И, бро, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда, банда, я отомщу Джейсону Бурхесу за Веронику. Из-за того, что она целых полгода лежала в больнице. Думаю, Вероника будет не против, что вместе с вами, банда, сделали куклу воды на Джейсона Бурхеса. И наконец-то уничтожили его. Именно поэтому, банди, допускайся ниже, жми свой царский лайк, если вдруг тоже хочешь отомстить за Веронику. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании. И там выходят очень крутые фотографии, которые уверен, что тебе на 100% понравится. А теперь, бро, нам нужно написать Веронике, чтобы позвать ее к нам в дом. И, возможно, до сегодня я сниму маску с Вероники. Погнали! Банда, мне просто в это не верится. Возможно, сегодня реально увидим Веронику без маски. Но, банда, держу в курсе, Вероника очень странная девушка. Она просто может начать что-то творить ненормальное. Один раз она схватила табуретку и бежала за мной. И ты ей просто не захотел купить конфету в магазине. А еще Вероника очень помешана на любви ко мне. Она как будто сходит с ума за мной. Она как будто безумно меня влюблена. И это, банда, не очень хорошо. Она Настю готова убить из-за того, что я с ней общаюсь. Но сегодня же, банда, будет переписываться с Вероникой. Посмотрите, помню же сообщение от Вероники. Видите это? Я же говорил, она реально очень странная. Просто везде сердечки. Окей, банда, переписываться с Вероникой мы будем через инстаграм. У нее в инстаграме есть своя страница. И у нее, кстати, сегодня выходила сторис. Посмотрите, это Вероника без очков. Кстати, на Кате такой плохой, когда она без очков. Возможно, без маски она будет вообще сверхкрасивой. Окей, банда, вот такие сторис загружает Вероника в свой инстаграм. Они полностью без звука, и она снимает себя. Окей, вот такие вот сторис, банды. Также у меня еще здесь есть наши фотографии. Наши совместные фотографии, которые делал я. Тем не менее, бро, давайте переписываться с Вероникой. Здесь просто все сердечко, я просто в это не верю. Она реально мне помешана. Окей, банда, пишем Веронике привет. И, наверное, тоже отправим сердечко, чтобы она обрадовалась. О, банда, посмотрите, я реально отправил это сообщение. Даже сердечко прикрепил. Я раньше такого никогда не делал, но чтобы снять маску с Вероники, я готов. О, черт, банда, она уже мне понаписала здесь ответы, видите? Привет, я скучала, а ты не молчи. Она только написала, я уже не должен молчать. Окей, подписываем ей. Я тут, как ты, спросим за это. Возможно, у нее все хорошо, и мы тогда сможем пригласить ее в гости, а то у нее очень быстро меняется настроение. Окей, банда, вот и ответ. Когда ты написал, стало лучше всех. Я же вам говорил, банда, она очень странная. И давайте скажем ей, что я тоже очень сильно за ней соскучился. Я тоже за тобой соскучился, еще добавим несколько смайликов. Окей, банда, готова. Думаю, на это Вероника точно должна клюнуть. Теперь ждем, что она мне ответит дальше. О, господи, банда, я очень волнуюсь. Надеюсь, Вероника не раскусит мой коварный план, чтобы снять с нее маску. Окей, банда, вот и ответ, и куча сердечек. И тоже написал, я очень скучаю, милый. Она раньше такого никогда не говорила, что вдруг случилось. Это жесть, банда, я просто в это не верю, черт. Окей, возможно, банда, сегодня у нас намного больше шансов снять маску с Вероники. Потому что уже можно предложить Веронике, чтобы она приехала ко мне домой. Думаю, сейчас она уже 100% согласится приехать. Давайте напишем ей, приезжай ко мне. Думаю, банда, она точно согласится. Окей, отправляем это. Окей, банда, я отправил это сообщение. Мне просто в это не верится. Черт, просто гляньте. Она каждую секунду пишет мне сообщение. А, да, конечно, она согласилась, банда. У меня
меня есть кое-что для тебя? Что это значит, банда? Что это вдруг такое? Что значит у меня есть кое-что для тебя? Что есть? Окей, отправляем это, банда. О, черт, банда, она даже не читает это, она не отписывает. Неужели банда, она уже просто вышла? Она уже собралась ехать ко мне. Вероника может привезти что угодно ко мне домой. Она очень странная. Не знаю, что от нее ждать, она просто не отписывает. Видите это? Она просто вышла, банда. Окей, банда, не знаю, что будет дальше, но это все очень странно. Тем не менее, брат, теперь нам осталось достаться Веронику и посмотреть, что же она привезет. Я не знаю, когда она перейдет. Черт, Настя, это она! Скорее бежи, прячься! В шкафу быстрее! О, господи, скорее, Настя, прячься! Это просто же супербанда! Это реально Вероника! О, господи, черт! Зачем она так часто звонит? Окей, все, все! Привет! Привет, господи, зачем ты так часто звонила? Я так скучала! О, черт! Эй, успокойся, погоди, Вероника! Черт! Скажи мне, почему ты без курточки? Я так бежала к тебе, что забыла курточку. О, черт, это просто жесть, банда. Эй, Вероника, у меня к тебе один вопрос есть. Почему ты постоянно ходишь в этой маске? Но я же тебе говорила, мне дали ее в Даркнайт, чтобы нас не узнавали на улице. Но может ты уже с ними живешь, мы с тобой больше, чем полгода уже вместе. Нет. Почему? Я хочу видеть лицо, с кем я встречаюсь. Возможно, тебе что-то там странное. Возможно, ты вообще мужчина, Вероника. Я не мужчина. Окей, хорошо, я верю тебе. Но может быть, мы как-то снимем эту маску? Нет. Но может есть какие-то условия... Нет! Окей, я понял тебя. О, господи, банда, это жесть, вы это видите? Я не знаю, как снять с нее маску. Эй, Вероника, успокойся, пожалуйста. Господи, что с тобой не так? Возможно, ты хочешь снова обняться? Только нет! О, черт, это, господи, какая же ты резкая. Черт! Что ты делаешь? О, черт, прости, пожалуйста. Я просто очень хочу увидеть твое лицо. Я никогда тебя не видел без маски, Вероника. О, черт, пожалуйста, прости меня. Я больше не буду такого делать. Никогда не пытайся снять с меня маску, а то будут проблемы. Окей, я понял, Вероника, стой. Черт, пожалуйста, успокойся, Вероника, это была моя ошибка. Пожалуйста, я не хочу больше этого делать. Вероника, я понял, все, пожалуйста, только успокойся. Это была моя ошибка, Вероника, я больше не буду никогда такого делать. Я не люблю. О, черт, нет, господи, пожалуйста, успокойся. О, черт. Господи, банда. Эй, Настя, ты тут? Скорее, выходи. Это просто жесть, она сошла с ума, Настя. Я просто хотел снять с нее маску, она схватилась за мной, чуть меня не убила. Ничего себе. Да, я тоже в шоке, это ужасно. Я не знаю, что делать. Попробуй ее задобрить. Как задобрить? Тебе. Да, да. О, господи. Окей, кажется, ушла. Я не знаю, как ее затоплить. Настя, она очень странная. Подари ей что-то. Что я могу ей подарить? У меня ничего нету. Я без понятия, что ей нравится. Ты видела вообще Веронику? На, вот, подари. И что там? Просто дари. Ну что там? Да ничего. Окей, Настя, надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь. Тогда прячься назад. Да, хорошо. О, господи, банда, это просто жесть. Мне в это не верится. Я не знаю, что здесь. Там что-то лежит. Окей, банда, теперь мы должны это подарить Веронике. Надеюсь, это сработает, Настя. Скорее прячься. Окей, господи, эй! С кем ты разговаривал? С духами. Окей, Вероника, вот тебе подарок. Я готовил его для тебя, именно поэтому я тебя позвал. Спасибо, что там? Подарок? Иди давай скорее открывай его. Господи. Я тебя так люблю, я такая счастлива, что сейчас я тебя. Окей, Вероника, тебе верю, я тоже тебя очень сильно люблю. Окей, я не знаю, что там. Это сюрприз-бокс или как-то так называется. Я специально его подбираю для тебя, ты можешь его открыть. Вероника, это реально с большой любовью для тебя. Я очень надеюсь, что после этого ты сменишь свое решение. Да, я тоже тебя очень люблю. Окей, давай посмотрим, что там. Мне, если честно, тоже очень интересно. И что это? Это похоже на лизуны. Я так счастлива, мне никогда никто не дарил это, спасибо! О, господи, я тоже очень счастлив, Вероника. Это же ты очень резкий, я еще не могу к этому привыкнуть. Окей, Вероника, тебе понравился подарок? Да, спасибо. Так может тогда ты снимешь свою маску, и мы наконец-то увидим твое настоящее лицо? Нет, я еще не готова. В смысле, я же мне подарили лизуны, ты так об этом мечтала? Наверное. О, господи, Вероника, я уже не знаю, что делать, чтобы ты сняла маску. Ты просто никак не соглашаешься, это жесть. Хотя знаешь, если ты меня поцелуешь наконец-то, я сниму маску. О, господи, ты уверена в этом? Ты же говорила, что не хочешь целоваться до свадьбы. Ну, я уже хочу. Окей, Вероника, только ради того, чтобы увидеть, как ты выглядишь без маски. Только ради вас, супербанда. Окей, тогда давай это сделаем. Давай. Как ты собираешься это делать через маску? Ну да. И как это вообще будет выглядеть? Окей, давай уже это сделаем и забудем об этом. Черт. О, черт, Вероника, это было непривычно. Мне такой первый раз, чтобы через маску. Окей, ты обещала. Да, я помню. Черт, банда, возможно, Вероника сейчас реально снимет маску. Только пообещай, что ты перестанешь общаться с Настей. Да, конечно, обещаю. Давай. И когда я сниму маску, ты не бросишь меня. Да, это тоже обещаю, Вероника. Ты самый лучший. Ой, черт, я не могу привыкнуть, ты слишком резкая. Окей, все, хватит, показывай свое лицо. Ну, хорошо.
О, господи, Бада, мы сейчас с вами вместе увидим настоящее лицо Вероники! Черт, Вероника, что это? Что с тобой было, господи? Прости, я не знал. Если бы я знал, что с тобой что-то случилось, я бы не просил тебя показать лицо. Это жесть, Вероника. Можно я надену? Да, конечно, надевай. Я не знал, прости меня, пожалуйста. Это ужасно, Супрембанда. О, господи, Вероника, прости, я не знал, честно. Ну ничего, ты же не знал. Да, все хорошо. А, Вероника, расскажи, пожалуйста, как у тебя появился этот шрам? И еще, почему ты в парике? Там с волосами то же самое. Господи, это ужасно! Расскажи, что с тобой произошло! Да, хорошо. Тогда давай сядем! Давай! Это случилось, когда мне было 13. Со мной никто не дружил, и ко мне плохо относились. И мальчик с соседнего двора облил меня горячей водой. О, господи, Вероника, это просто ужасно! После того мои родители как-то странно относились ко мне. Они как будто стеснялись меня. И в 16 я узнала о Даркнет. Господи, и что было дальше? Я начала там работать, и в Даркнете мне выдали эту маску, чтобы не было видно моего лица. Иначе все бы клиенты пугались меня, и я бы не получала деньги. После этого со мной никто больше не дружил, кроме тебя. Ты самый лучший. О, я... хорошо. И так ты оказалась у меня? Да. Господи, Вероника, это ужасно. Я прям не верю своим глазам. У тебя реально там был какой-то шрам. Я не знаю, я постараюсь тебе как-то помочь. Правда? Ты самый-самый лучший. Господи, Вероника, я просто не знаю, что сказать на это реально ужасно. Мне очень тебя жаль. Не волнуйся, все будет хорошо. О, господи, Банда, это реально жесть. Мы наконец-то вместе с вами увидели лицо Вероники. Это было жутко, но тем не менее, мне очень ее жаль. О, господи, Супрембанда, это жесть, то, что рассказывает Вероника, это ужасно. Вы видели, что у нее с лицом, мне очень ее жаль. Тем не менее, бро, давайте наберем 10 тысяч лайков, если вам жаль Веронику. Эй, бро, вот комменты с прошлого видео. Господи, вы видите, какие они шикарные. Просто идешь в комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь нужно опуститься ниже. На раз вылай колокольчик и все, бро, ты же в новом видео. Лайк, лайк, комментарий в новом видео, бандит. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании, тебе там очень понравится. И там очень крутые фотографии. А также, бро, помни одно, оставайся себя шикарным. Пока!